Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English автора Афанасьева, 5 класс. Unit 6, часть 6, step 3, шаг 3, exercise 4, упражнение 4. Say what the children were doing in the afternoon yesterday. Скажите, что дети делали вчера в обед. И у нас есть картинки, да, с детьми. Перед тем, как будем делать это упражнение, мы с вами рассмотрим новое время, которое нам требуется здесь в упражнении. Итак, помимо известного тебе прошедшего времени, past simple, и далее пример, да, opened, liked, translated, came, saw, в английском есть еще одно прошедшее время, past progressive. Прошедшее, продолженное. Оно образуется при помощи форм глагола to be в прошедшем времени was, were. И смыслового глагола с ing, да, или на конце. Was, were, например, was ставится, когда мы говорим о единственном числе, were, когда о множественном и you. Смотрите, past progressive, он используется для того, чтобы описать какое-либо действие, которое происходило в определенное время в прошлом. Например, вчера в обед, вчера утром, вчера в 5 вечера, вчера в 2 часа дня, вчера в 7 часов утра. То есть это время, когда действие происходило в прошлом в определенный момент. Используется оно так, was, were, вот вы видите, и плюс к глаголу мы добавляем окончание ing, видите, которое читается как ing, например, opening, doing, working. For example, например, I was reading at 5 o'clock yesterday. Я читал в 5 часов вчера. Видите, стоит yesterday, и кажется, что здесь как бы нужно past simple, прошедшее время. Но нет, из-за того, что есть at 5 o'clock, более детальная информация в 5 часов, здесь будет у нас past progressive. We were talking when mother came in. Мы разговаривали, когда мама вошла. То есть, когда мама вошла, это нам показывает, да, уточняет какое-то действие. Значит, we were talking будет в past progressive. Видите, здесь were и in говорят talking. While I was working, Tom was cooking. Да, пока я готовил, пока я работал, Том готовил. Я думаю, что в примерах мы быстро поймем. Главное, не забывайте was, were и ing. Итак, у нас первая Alice, видим, да? Она разговаривает по телефону. Alice was speaking on the phone. Алиса говорила по телефону. Ольга was getting on the bus. Ольга садилась в автобус. Видим окончание, да? В народе называют его еще ing. Вообще ing, да? И was или were. Дальше Кейт и Ник ждут поезд. Кейт и Ник, и здесь множественное число, их двое. Were waiting for the train. Кейт и Ник ждали поезд. Andrew was buying. Эндрю покупал. Fred was reading a book. Фред читал книгу. Видим. Was или were и глаголу окончание, да. Jane пишет письмо, да, или писала письмо. Jane was writing a letter. Susan ехала на машине. Susan was driving a car. Anne and Martin were riding horses. Anne и Мартин катались на лошадях. И Маргарет пела «Margaret was singing». Я думаю, понятно было, да, как мы сделали это. Мы сейчас просто пробуем, учимся строить past progressive. Не забываем глагол «to be» в прошедшем времени «was, were» и окончание глагола «ing».
На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.